Для того, чтобы ваш калач был незабываемо вкусным, нужно сдобрить очень хорошо тесто. Тесто мы готовим из муки высшего сорта. Добавляем в него молочко тепленькое, дрожжи, яйца, много яиц и ванильный сахар. И обязательно добавить сметанку, хорошую, жирненькую. И вот в итоге мы получаем вот такое пышное, мягенькое тесто. Для того, чтобы накормить большую семью вкусными нашими калачами, нам нужно хотя бы примерно пару килограмм теста. Обычные калачики делаются 450, 500, 600 грамм. Но если это кумовские, украшенные, красивые калачи, то нам нужно 700, 800, 900 даже грамм теста. Для того, чтобы сделать обычный калач, нам нужно два шара теста, которые мы раскатываем в жгутик. Можно, конечно, суп усложнить, а можно и попроще сделать большой кумовской калачик. Для того, чтобы было более понятно вам, я сделаю его попроще. Сюда на стол. Все. Отправляем наш калач в духовочку. Сначала его нужно смазать яйцом. И щедро посыпать маслом.